Завершается силами пятой участницы сегодняшней игры, пятой команды, команда «Мегаполис Москва». Наталья Андреевна, а что за хождение такое в жюри сразу началось? Что за попрошайничество в начале сезона? Что это у вас такое? Откуда у вас фотография Джо Кокера? Понимаешь, Денис... Молчать! Идите, приведите себя в порядок. Значит, ребят, понимаем, да, что произошло? Огромный зал, огромная ответственность, очень важные люди в жюри. Естественно, тёлка нервничает. Но давайте не будем забывать, что добрый вечер, дорогие друзья, и все остальное. Вперед! Добрый вечер, дорогие друзья! И все остальное! По-французски сроду не целовал я девок. Вот бы научиться мне где-то это делать. Да чего тоскуем мы, не сказать словами. Молчать! Не сметь! Вы что психанули-то вообще, ребят? Куда вас понесло-то вообще? Понимаешь, Денис, просто очень много людей в зале, очень серьезные люди в жюри. Естественно, пацанов нахлобучило. Чего? Они тебя боятся. Так, идите все сюда. Все сюда идите. Кто меня боится? Ты меня боишься? Или ты меня боишься? Я тебя боюсь. Опа. Да где бы ты был, если б я тебя в 99-м году не вытащил? Так ты ж меня из Мерседеса вытащил. Я к родителям в Ниццу поехал. Молчать! Как называется следующий номер? Смерть. Все, идите, готовьтесь к смерти. Подождите, Наталья Андреевна, не расходитесь. Все, кто не нужен, вышли. У меня неприятный вопрос. Значит, я сегодня украл $500, положил их под газету. Газета на месте, денег нет. Если их взял тот, у кого я их украл, ну, не знаю, Бог ему судья. В противном случае я хочу знать, кто крыса. Вы закончили? Ага. Я просто за зрителя волнуюсь. Где это все? Добрый вечер и все остальное. Сейчас все будет. Мало кто знает. Я, например, не знал, что прямо в этом зале можно заказать столик на двоих. Прими манто, голубчик. Извините, что опоздала. Ради бога, извините, просто пришлось ставить на место одного взорвавшегося хама. Будьте добры, китятину на шпажках и ягуара в артишоках. Леонид, не ерзайте, у меня есть деньги. $500. Видела вас недавно по телевидению с какими-то карликами. В каких-то казематах. Вы же интеллигентный человек. Вы же у Германа снимаетесь. Зачем вам это нужно? Я, собственно, по другому вопросу. Вот вы когда будете говорить какие-то слова после игры, ну вы же будете, я вас знаю. Скажите, что «Мегаполис» очень приятная, интересная команда, но вот этот вот жирный... Он такой неприятный, такой скучный.
скользкий. Ну, это же правда, Леонид. Не бойтесь, он вам ничего не сделает. Молчать. Наталья Андреевна, а что там опять захождение в районе жюри началось? Жирный, скользкий. А ну, идите сюда. Идите, чтобы я сам за вами не ходил. Ну, что же вы наделали? Посмотрите, что вы сделали с человеком за вторым столиком, ну? Ну, а чего ты хотел? Столько людей в зале, такое ответственное мероприятие, такая тёлка перед ним нервничает. Естественно, бородатый поплыл. Очень жаль, что именно на этом нам придется закончить наше приветствие. В заключение Наталья Андреевна и прочая челядь исполнят для вас финальную песню. От которой не станет веселее ни мне, ни вам. Не важно, что ты несешь, свежесть ты ощутил, ведь мегаполис полон сил, полон сил. Полон идей, смелый лезет он, и не без перспективы.